По 200 тысяч рублей получат 20 образовательных организаций республики. На заседании Кабинета министров Чувашии распределили межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на выплату грантов и денежных поощрений главы региона. Всего в 2018 году в конкурсе на получение ежегодного денежного гранта участвовали 60 образовательных организаций Чувашии из 14 муниципалитетов. Гранты в размере 200 тысяч рублей каждый присуждены 20 образовательным организациям. В городе Чебоксары получают 5 организаций, это гимназия номер 5, школа номер 5961, детские сады 113 и 180. Две организации города Шумле, это детсад номер 1 и центр детского творчества. Город Новочебоксары, две организации, школа номер 9 и центр развития творчества. Ядрин имеет две организации, гимназия номер 1 и верхняя частная школа. Бурнары, детсад номер 7, Батырева, детсад «Сказка», школа номер 9, город Калаша, Шоршинская школа Марфасадского района и школа опытная Цивильского района. Всего с 2006 года грантовую поддержку получили 260 образовательных организаций республики. Поощрение получат и 18 педагогов, которые подготовили победителей и призеров олимпиад школьников по национальным языкам и литературе. Педагоги, подготовившие победителей олимпиад по национальным языкам, получают по 100 тысяч рублей, подготовившие призеров по 50 тысяч. В общей сложности размер премии педагогам составит 1 миллион 150 тысяч рублей.